Ну, я могу рассказать все-все. Детское телевидение – это обозначает, что видео может везде по всему дому произойти. И все ребята могут быть по всему дому. Детки снимаются, по радио говорят. Могут даже голос Диты выложить на радио. Голос Диты. Детское телевидение и смотреть себя по телевизору всегда-всегда. Надо, чтобы, во-первых, тренировать детей, сниматься. И, во-вторых, чтобы... А во-вторых, уже нету. Чтобы смотреть себя в телевидении. Радио детское, не знаю, для чего придумали, назвали детское радио. Я тоже вот занимаюсь на детском телевидении, и вот это праздно, что такие талантливые дети. Вот по телевизору их показывают, на радио слушают. Я не знаю, зачем детское радио нужно. Я бы не хотел, потому что это было бы капец как скучно. А у взрослых радио это уже очень скучно. А у детей это уже тем более. Детки, учитесь, читайте книжки, будете такие известные, как я. С днем детского телевидения! Поздравляю!